Ну, куда-то нас таксисты принесли. Какие-то районы. Пошли исследовать город за стеной. Так. They brought thee here, did they not? Dost thou the gods serve? Конечно, притворяюсь. Yes, of course. How wouldst one such as thee do service to the gods? I have intimate knowledge of that. The dark soul, why else wouldst one deign to visit to give rest to thy falsity? It is the dark soul. Then seek Filianor's church. There wilt thou the sleeping princess waken. Her slumber is a deceit, a lid covering an overgrown privy, a prop to keep thee from the dark soul of thine desire. Worry not. I, if thou art yet human, the urge will soon begin to curse the gods and bring ruin upon. Now, if the. Ла-ла-ла. Пойду душу потрачу. Ашин няшин. Физическую мощь только качать. Да, флейм. Так, что я там потратил? Вот этого. Хотя у меня, конечно, этого много. Ну и ладно. Этот серокрыс не прибежал. Ой, прибежал. Ого. Oh, hello. It took some prowl. Go on. Так. Ну, это хорошо. Это он первый раз был в вылазке, значит, у меня получается. Ладно. God. Буду знать. Ну что, город за стеной. Офигеть, прошибает. Так, а стойкость у какого получишь? Считаем. 78. Да, у этого получше. 79. А у этого так, навык толчок. А у этого навык какой? Тоже толчок. Владение оружием возьмем. Возьму.
Доспех руин, кстати, как? Хорош, нехорош. Где он? Чё так? Чё? Ну ладно. Это мне не особо надо. Интересно, по правому краю можно пробежать? А, и чё. По левому, то есть по правому. А, не, нельзя. Наверное, нельзя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну да. Потому что можно. Ну ладно. Пойдем проторенными тропками. Хрен с ним. Ящерицы жирные. Три удара мечом. Да еще каким мечом. Так. Этот грохнут, конечно, сейчас, скорее всего, опять. Но с этим уж ничего не поделаешь. Почему ты, почему ты попадаешь-то, зараза? А, так его удары блокировать можно? Вот уж не знал. Ну все, я покойник. Блять, твою мать! А, ну да, стрелы уже можно блокировать. Значит, и удар молотом можно. Не, ну я тебя все равно убью. Конечно. С какого-нибудь раза. Так, как же поступить-то? Я просто тактику не особо знаю, как тут надо действовать. Допустим, разгоняюсь, даю ему по башке. Дальше прячусь за укрытие. Так. Бью. Ах ты собака. Два раза. Так. Лечусь.
Ага, лучники. Блин! Бью. Ухожу. Бью. А, ну, собственно, все. Все, да? Ну да. Хорошо. Тактику прочуял. Ну и вы. Деревы. Ну-ка. Летаете тоже? Летаете. Хорошо. Так, уголь. Гуголь-муголь. Ну и ладно, там больше нет ничего особенно полезного. Так, стоп, вот здесь есть. Здесь души. Душ пригодятся. Скрытые благословения тоже пригодятся. Что это было сейчас? Бабочка? Так, ладно, куда? Куда дальше? Сюда, сюда, да. Many of us are by the fire. I speak of thine kind. Behold this, fear not the dark, and let the feet. Ба-ба-ба. Так, два удара, выдохните, да, ладно. Игру, конечно, гораздо проще проходить, когда знаешь, где враги расставлены. Поначалу, конечно, все сложно, не только игры проходить. Но поначалу сложно, да. Еще кого-то принесла. Все. Дошел до ключевой точки, так скажем. А, у меня еще и кольцо не надето. Здесь мне больше понадобится вот это вот. Так, туда не пройти, сюда. Так, сюда, что здесь было? А, да, здесь это. Well, fancy meeting you here. A true blessing that I've got the last of my brew. To my search, and to your duty, and to the joy that lies before us. All right then. Bottoms up. Now, I'm off in search of the purging monument. Once who I was, and what, I don't know. Oh. Don't hold it against me. Now, once I fight. Плохо у тебя получается луковку пародировать. Now, what? Ну да ладно. Так, что, пошли дальше.
Alright, man. Alright, man. Хотя мне это сейчас не надо пока что. Так, теперь ты. Почему ты не взлетел? А? Почему ты не забэкстабился? Вот так надо. Раз, взлетел, все. Никаких вопросов. Вот машет своим мечом бесполезным. Господи. Ну вот как ты промазала? Скажи мне. Главное, зачем? Там же еще один есть проклятущий. Это я и забыл совсем. Ладно, валим дальше. Черепашки вот эти этим мечом вообще убиваются изи. Упс. Если не тормозить. Конечно. Блин. Вот я да. Вот так делать не надо. Так делать не надо. Как я сейчас сделал. Делать надо вот так. Потом сразу вот так. Вот да. Вот и все. А будешь ушами хлопать, быстро прихлопнут. Хорошо. Так, что у нас тут есть? Дядька злой. Готов. Три удара, 8 дыр. Тяжем играть тоже есть свои преимущества. Ну вот, не обязательно даже тяжем, конечно, тяжелым оружием. Ну вот в том числе вот это преимущество. Что вот этих врагов прям на раз разделываешь. Не то, что там всякими другими легенькими оружиями. С некоторыми посложнее, конечно, приходится. Ой. Но в целом. Так, а этот куда? Сюда пойдет, что ли? А, вон ты что задумал?
Ну ладно. Не-не-не-не. Камера, какого лешего ты так делаешь? Поножи легиона. Поножи легиона, легиона, легиона. Опса. Кто-то там очухался. Так, чё? Ты? Ещё. Намазался, ну ладно. Так, чё туда и пойти? А там у нас чё, я забыл? Так умеешь делать. Окей. Умей дальше. Хорошо. Тут вторгаться должен кто-то, но у меня почему-то на НГ плюс 3 никто ни разу не вторгался. Возможно, тут вторгаются только на НГ. Хотя, может, надо онлайн быть, не знаю. Ну, у меня тут никто не вторгается никогда. Я даже не знаю, кто тут еще есть. Ну ладно. Чего уж с этим не поделаешь? Не, ну, то есть как? Поделаешь, конечно, если игру заново пройти сначала. Но мне что-то лень ее все опять проходить заново. Так. Пойдешь ко мне? Пойдешь. Хороший мальчик. Не дотянулся. Плохо, 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 плохо. Да блин, ты машься быстрее, что ли? Размазня. Это твое. Не хватило, 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 блин! Еще не дотянулся. Ну вот, перекат спас, что сказать. Ладно. Перекатик, перекатик спас нам.
Иди гуляй, Вася. С вами я тут биться не буду. Даже не пытайтесь. По одному, товарищи, по одному. Вдвоем вы страшные. Да блин. Один должен отстать. Какой это другой? Ну не важно, в принципе, какой. Но должен. Ну что-то не отстает, а все. Да ты задолбал ты этими ударами меня. Говно. Ну дроп, не накидку свою, жалко тебе. Так, смола последняя, да. Ну ладно, последняя, что поделаешь. Ну я не вовремя это делаю, конечно. Все, как обычно, меня сейчас могут грохнуть запросто здесь. Он какой-то нестандартный, не такой, как все. Почему ты попадаешь, скажи мне? Никогда не попадал, а теперь вдруг попадаешь. Нестандартный какой-то. Еще и дропнул не то, что надо. Может, ты дропнешь, ну-ка. Все сделал. Ай! Давай дропни, ну. На, блин. Жадный хрен. Так. Вот я не знаю, надо ли сначала к тыковке идти, к клапу этому или не надо. Или на костер можно зайти. Или нельзя. Вопросов много, ответов мало. Так. Колечко помогает. Бандай Намки посмотрели предыдущие серии и поняли, что ихнее кольцо проклятие нигде не нужно. И они решили сделать здесь его полезным. Блять. Что-то я про слово почил. Момент проклятия. Не, ну оно помогает, помогает. То, что меня убили, это не значит, что я не прав. Просто надо было следить за
всем этим говном. Ну, второй раз, конечно, я с вами не буду ни с кем. То есть вообще ни с кем. Я только выхода здесь не помню, нифига. Сюда что ли идти? Единственное, что вот, конечно, блин, я вот этих хренов толстопузых обходить не умею. Блин, сейчас 200 тысяч рип, короче, да? Как обычно. Бля. Я зря, конечно, это делаю. Абсолютно зря. Этот участок, конечно, не так надо проходить. Да не прыжок! Так. А, блядь, да что такое? Я ничего не вижу вообще. Что происходит на... Бля, все, я покойник. Опять. Твою мать. 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 Ой, отстань, зануда. Без тебя тошно. Интересно, от этих молний можно вот так уклоняться. Сейчас. Не, ну, если не лочить. Хоп. Хоп. А, нет, нельзя. Ну, прыгай. Говно, прыгай. Зря я сюда зашел, зря. Зря, я знаю. Не хрен в угол заходить. Да ты не сдох, что ли, сдох? Готов. Ну, потное место, конечно, тут. Жутко потная. Самое главное, что я зря туда пришел-то. То есть не совсем зря. Да бей, что ли, ты? Убьют ведь. Долбоёба. Кусок. Твою.
Первый раз не сработало. Ладно. А, ну да, все правильно, мне же в эту сторону-то идти. Чё ты там лялякал, сороконожка? One poor girl slew her own as a comfort. The night, fear not the dark, my friend, and let the feast. Не бойся тьмы, мой друг. My friend. А я хочу, чтобы лето не кончалось. Чтобы оно за мной началось. За мною вслед. Смотрите, сейчас что будет. Твои елки. Что такое? А. Значит так. Бенечка. Не, ну здесь плохо. Видно, вот там есть одно место такое. Они от этих стрел так угарно улетают. Как ты мог промазать, ну? Ой, ясно все, короче. Вот это нечестно было, я считаю. Вот это честно. Вот это честно. Сейчас будет. Так, и вот это тоже. Честнее некуда. По ножу уголь хорошо. Хотя, мне ведь лук не мешает, да? 86. Но я все равно такой же тяжелый, чего париться-то. Так, тут что? Не, парень, я не хочу, чтобы ты падал вниз. Иди сюда. Как ты промазал-то, бля? Нифига себе. Куда я вышел вообще? Я вообще сюда иду или нет? А, ну да, вот. Oh, how goes things? I can't find the purge. What if it was never hit? What bloody hell? Ну, я не знаю. Sorry. Seeing you just for... Yeah. Чё? А. Seeing you just... Надо сначала монолит найти, да. Монолит. Где монолит? То есть.
Ладно, пойду туда. Здесь тоже вторжение должен быть. И у меня его тоже здесь нет. Я не знаю почему, может быть потому что... Ну, в общем, старый сейф. Лут есть. Да, я Хавела использую, нет. Триста тысяч на кармане, блин. Надо потратить. Костер. Нужен костер. Терять их совсем не хочется. Так, да, вот эта срань. Эта маска, в принципе, по-моему, она отгоняет мелкую саранчу от себя. Страшная, конечно. Зато полезная. Да, вот туда надо идти, там костер будет. Душа воителя с них дропается, нифига себе. Вот бы уж не знал никогда. Ладно. Надо такие души тратить. Что у меня столько душ-то? Пол уровня прошел, ну, пол локации, уровень нафармил, нормально. Так, что качать? Ловкость, силу, физическую мощь. Ашен, машин. И еще 70 тысяч осталось, блин. Не люблю, когда души остаются, правда. Пойду к этому схожу. Куплю что-нибудь. Пусть грабит. Ага, это вот второй раз я его отправил, да? Так, вот это мне давай. Это мне ничего не надо от тебя. Ну и все, пожалуй. Это второй раз. А в третий раз его грохнут. Правильно я понимаю? Блин, даже не знаю, что покупать-то у вас.
Так, это отсюда не открыть, правильно? Да. Ну что, мне опять за таки саранчой со всей воевать, что ли, ну? Может, не надо? Я ж брат ваш. Видите, у меня шапочка такая же, как у вас. А вы мне все не доверяете. Там монстрилы ходят еще. Сколько ж тебе надо-то, а? Чтоб тебе прилетело-то в тебя. Чтоб ты сдох наконец. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Что мне говорят, интересно. English не знаю нифига. Айшау что-то там. Забавно, забавно озвучено, конечно. Пойду туда схожу. Опять не успел. Не хватает двух, в смысле, с одного захода убить. Стамина не хватает. И урона. Ну, соответственно. Да. Ни того, ни другого не хватает. Ни стамины, ни урона не хватает. Так, где он? Покажись. Березовый лук. Ах ты! В общем, фляжки на них по-любому нужны. Что так, что это, блин... Что прыгаешь вокруг них, что так делай. Все равно фляжки расходуются. Что-то я заблудился слегка. Или даже не слегка. Зачем ты спрыгнул? Ни разу не попал. По-нормальному. Так, этих надо ликвидировать. Иначе они сагрятся.
Вот, и теперь уже можно заходить внутрь. Забирать, что тут лежит. Блин. Там этот хрен в тумане, который молнией бьет. 90 килограмм. Как-то у меня получилось. Так, ну что, надо вылечиться, наверное. Здорово, дядька, у меня щит такой же, может, подружимся? Вместе будем ходить монстров бить, нет? Давай, дядька, давай. Да, да, разве тебя, от тебя добьешься доброжелательности?